Солнечный день субботы 8 августа некоторые десногорцы решили провести на городской набережной. Помимо отдыха на природе и общения, был и спортивный интерес – наловить как можно больше рыбы. Подробности далее. Самая первая пойманная рыба, самая маленькая, самая большая и самая редкая. Эти и другие, вроде бы шуточные номинации, настраивали на вполне серьезный лад. Участники конкурса рыбаков «Ловись, рыбка большая и маленькая» были готовы проявить все свое умение. В принципе, чтобы рыба была, а дальше хорошо подкормить нормально. И, естественно, снасти на свою рыбу свои. В соревновании приняли участие более 20 человек. Условия ловли весьма лояльны, а именно никаких ограничений по выбору снастей. Поэтому оказаться лучшим хотя бы в одной из 9 номинаций было вполне возможно. Организовывает это мероприятие Совет ветеранов, ну и культурно-массовая комиссия. Могут ловить рыбку, что наши пенсионеры, что их дети, что их внуки. Используя свои уникальные стратегии улова, многие из участников соревнований смогли добиться успеха. Были те, кто в этот раз отличиться не смог. Но независимо от результатов, каждый получил свой приз, частью которого стала и уха, приготовленная из свежепойманной рыбы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.